Привет, друзья и гости моего канала! Сегодня готовлю салат «Грибная поляна». Этот красивый вкусный салат подойдет на любой праздник. Отвариваем две картошины. Очищаем от кожуры. Натираем на крупной терке. Отвариваем три яйца. Очищаем, натираем на терке. Отвариваем морковь. Снимаем кожицу. Натираем на терке. Берем кусок твердого сыра, натираем на терке. Берем маринованные шампиньоны. Возьмем пекинскую капусточку. Обрежу вот так вот концовки листьев пекинской капусты. Нам также понадобится зеленый лучок. И я взяла вот такую вот мясную консерву. Консерву порезала на кубики. Ну и также нам понадобится майонез. Начинаем собирать салат. Первым слоем у нас идет картошка. Ее немножечко присолим. Промазываем майонезом. Следующий слой у нас морковь. И также покрываем майонезом. Следующий слой у меня мясо. На мясо выкладываем яйца. Яйца тоже покрываем майонезом. Следующий слой сыр. И тоже покрываем майонезом. Ну а теперь по краю выкладываю пекинскую капусту. Зеленый лучок подрезаем, чтобы сделать из него травку. Верхушечки отрезали. Вот таким вот образом. Ну а теперь будем высаживать грибочки пинцетом, потому что они настолько маленькие. Это ювелирная работа. Ну вот такая вот у меня травка. И вот такие вот у меня миниатюрненькие грибочки. Ну, а теперь барабанная дробь. Снимаем кольцо и снимаем. Пленку. Ну и вот такая красота получилась.